11 часов ночи, а я еду в аэропорт встречать человека на склады. Все, поехали встречать человека. Да, мы подъехали, выходи. Салам алейкум. С приездом. Да, вот. Да, вот туда как раз мы едем. Исерик. Исерик, кызлар. Чинасызмы, Исерик? Исерик, чинасызмы? Что, поехали домой, отдыхайте. Друзья, если вы ищете работу на стройке, для вас я создал сеть чатов по России. Чаты Мастера РФ по Казани, Москва, Питер, Екатеринбург, Челябинск и другим городам. Переходите в эти чаты, ссылка будет внизу под этим роликом, и пишите свое объявление. Пишите о том, кем вы являетесь, каким вы специалистом являетесь и какую работу вы ищете. Очень много заказчиков и очень много строительных фирм находится в этих чатах. Переходите и работайте. 11 часов ночи, а я еду в аэропорт встречать человека на склады. Позвонил мне вчера Тимуракя, говорит, хочу приехать, работы нету, возьмешь? Я говорю, приезжай, пролетай, билеты бери, скидывай мне, я тебя встречу. Все так и сделал, билеты взял, скинул мне билеты, еду сейчас вот за Абдурахимом и едем в аэропорт Домодедово встречать его. Будем встречать и заселять уже в хостел. А какой хостел? В дом. Коттедж будем заселять, и завтра он уже будет выходить на работу. Абдурахим меня ждет уже. Сейчас руководитель банка будет моим оператором сегодня. Салам алейкум. Какое же здоровье. Хорошо, сколько воды ты взял? Литр, по-моему. Для нормального человека. Все, поехали встречать человека. Хорошо. Сегодня ты будешь моим оператором. Хорош, без проблем. Домодедово. Внимание на карту. Все, приехали мы с Абдурахимом. Алло, брат. Да, мы подъехали, выходи. Где Яндекс.Такси, а мы вот возле входа стоим. Аэропорт. Где вы? Второй. Где вы? Видите меня, нет? Все, вижу, вижу. Салам алейкум. С приездом. Все, машина у нас там. Киттик. Как зовут? Джасур. Джасур Джан, да. Точно. С Уфы, да, вы едете? Да. Все. Нормально. Все, встретили Джасура. Едем в коттедж. Кушать хотите? Не-не. Я вот хочу кушать, очень хочу кушать. Какой-то там база, большой склад там. Да. И это. Там это, наши ребята работают, и оттуда я взял ваш номер, там звонил, там да, день 5000. Да, вот туда как раз мы если едем. Если хорошо работает, 10-11 тысяч, ну так разговор да. Был, да? Сейчас как раз туда едем. Да. Все, приехали. Шляпок. Вот здесь напротив мечети это дом. Мечеть строят. Кызлар бар, да? Кызлар бар? Да. Исерик. Исерик кызлар. Чинасыз мы, Исерик? Исерик, чинасыз мы? Исерик, нет. Исерик. Пьяный. Что, поехали домой отдыхать? Да, час ночи уже. Час ночи, да. Все, первые люди начали приезжать. Встречаем, обустраиваем. Если вы хотите приехать к нам на работу,
Не стесняйтесь, пишите, звоните. Если я не беру трубку, пишите. Если я не отвечаю, звоните. Каждого из вас встречу. Если сам не смогу встретить, организую, чтобы вас встретили, заселили и устроили на работу, друзья. Салам алейкум.